Здравствуйте, друзья! В этом видеоуроке я постараюсь дать ответ на один из часто задаваемых вопросов – куда девается место на диске? И по моим наблюдениям, это довольно распространенная проблема. И вроде база данных не растет, и никакие дополнительные аддоны не ставятся, а место кто-то постоянно ест. И во многих случаях виновником является докер. Да-да, тот самый докер, в который мы устанавливаем Хассио и его аддоны в виде контейнеров. Вернее, даже не сам докер, а его непомерно раздутые логи. Логи – это файлы, в которые докер пишет буквально все подряд. Физически они находятся тут. var, lib, docker, containers. Вот в этих самых папках с длинными именами. Файлы с расширением log. Удалять их поштучно – это, во-первых, неправильно, а во-вторых, очень неудобно. Давайте сделаем это по-другому. Вычислить размер всех этих файлов, а заодно и посчитать их суммарный объем, можно при помощи стандартной Linux утилиты do. В моем случае это 1,2 гигабайта дискового пространства, занятого непонятно чем. Для чистки будем использовать другую утилиту – truncate, которая предназначена для изменения размера файла, в данном случае уменьшения файла до нулевого размера. Повторно смотрим размер логов. Совсем пустыми они не будут, в них все равно что-то пишется, но уже ж не гигабайт. А вот более наглядно результат подобной чистки логов. Никаких последствий на работу системы это не оказывает, при этом все делается на ходу без каких-либо перезагрузок. Команды, показанные в уроке, доступны в текстовом виде, ссылку смотрите в описании. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что все интересные новости, обновления, а также акции и купоны на товары умного дома вы можете найти в моем телеграм-канале, ссылка в описании. До свидания, до новых встреч!